Харе Кришна, меня зовут Ваня, я из Москвы, участвую в бхакти-рикше. Собственно говоря, бхакти-рикше – это как раз результат сотрудничества очень многих преданных. И без этого сотрудничества у нас бы не получилось создать в Москве сеть из 35 групп, у нас бы не получилось создать несколько фестивалей бхакти-рикше. Последний фестиваль собрал около 500 преданных. Приезжали духовные учителя тоже на этот фестиваль. Это все пример реализованного сотрудничества преданных в служении миссии Господа Читания, миссии Шрилы Прабхупады. А мой личный опыт такой, что в одиночку очень редкие личности могут что-то, какое-то служение сделать Кришне. Практически это не наш метод, потому что у нас санкиртана, совместное воспевание святых имен, совместное служение. И это проявляется буквально вот каждый день. Если требуется что-то сделать, допустим, сейчас на фестивале требуется подготовить площадку для проведения программы. И ты вот в одиночку, тебя поручили, ты в одиночку не можешь это успеть. Очень много времени требуется. И ты приходишь, и вдруг один преданный, второй преданный внезапно появляется и говорит, а может быть вам чем-то помочь. Ты понимаешь, что без их помощи, ну ты бы не справился просто. Ну, благодаришь Господа, что есть такие вайшнавы, которые готовы служить, готовы помогать. И сам потом у самого появляется понимание, что если мы служим старшим преданным, то служение оно продвигается. У них есть правильное желание, у них правильные мотивы – это служить Кришне. А мы можем быть инструментом осуществления вот этих желаний и мотивов. Таким образом у нас получается совместное служение.